Они расстреливают нас, мирных обычных людей. Посмотри, они бомбят целые кварталы, в которых мы просто живем с детьми. Они бьют по школам, по детским садам. С кем они воюют? С кем? Кому они что хотят? Какую власть им еще нужно? Они ее уже взяли военным путем. Так сколько можно? Оставьте нас в покое! Тихо изнутри, глаз прорывается слеза, на душе тоска в мирные времена. Кому это нужно, зачем на нас военные силы? А куда же делись наши псины в синем? Ответ мне, Боже, прошу, дай ответ. Сколько будем терпеть, а как же наши дети? А как же женщины, мы же ведь мирные люди. Никого не трогали, а теперь повсюду эти ублюдки. За что, для кого, главное, зачем им Одесса? Мы с тобой помним, скорбим, Мариуполь, Славянск, Луганск. Нам не выжить тут проще, в пропасть упасть нам. А куда же смотрит власть, кто они? Эти дяди с охраной, деньгами набиты животы. Нам же пить немного надо, дайте нам покой. И сидите дальше в кабинетах, зажираясь красной икрой. Идет война, и мы идем по ней. Мы идем и думаем, что завтра будет лучше. Закрывая глаза, пытаясь успокоиться, но знаем, с места ничего не тронется. Идет война, и мы идем по ней. Мы идем и думаем, что завтра будет лучше. Закрывая глаза, пытаясь успокоиться, но знаем, с места ничего не тронется. Идет война, и мы идем по ней. Мы идем и думаем, что завтра будет лучше. Закрывая глаза, пытаясь успокоиться, но знаем, с места ничего не тронется.